Новый маленький цилиндрик. Так. Делаем радиус. По масштабу, чтобы подходило. Даже 5, наверное. Может быть, даже 4. И длину. 20. Мало. Делаем вот такого. Так, все, выглядит хорошо. Делаем полигонов меньше. Делаем 15. Так, ну и все, переводим его в объект. Вот так вот. Делаем сразу оптимизацию. Так. Примерно сейчас мы отделим фильтры и пиф. Так. Примерно так. Ну все, теперь делаем текстуру сразу. Объект. Открываем. Меняем, убираем спекуляр, кидаем сюда. Да, сейчас идем сразу в edit, включаем галочку, так, включаем редактирование полигонов и делаем так. Опять нам нужно выбрать вот эти вот полигоны по кругу. Не переходите из режима выжимки этих выданий. Делаем ли и инверсия. Ну и теперь поворачиваем на 90 минут. Почти. Только еще два раза поворачиваем. Потому что этот у нас должен быть. Так, ну почти все хорошо. Единственное, мы немножечко его подредактируем. Так, сделаем вот так. Он также больше похоже, правда? Вот так. Так. Ну почти все хорошо. Почти хорошо. Единственное, нам нужно осталось сделать вот этот вот фильтр. И вот тут вот. Да? А на текстуре их нет, а поэтому нам придется сейчас что-то придумать. Ну, с пеплом-то попроще. Она просто вот сюда сейчас сдвинет. А фильтр тоже он на белое передвинет. Боже. Ну, как вариант, да. Вот такого вот плана, да? На белый, или можно даже засунуть вот в одно из вот этих вот желтых пятнышек. Он же у нас уже поюзанный, так сказать, он должен быть, ну, такой. Ну да, нас же все равно будет. Или мы серия какой-нибудь. Не серия, но не нам уже какой-нибудь. А, или вообще вот так. Да, тогда же нам лучше. Можно даже уже ничего не делать, и так хорошо, да? Ну нет, ничего сделаем. Сейчас зарежем вот здесь. Так, и давай сейчас дубликатов наделаем, чтобы с ними колдовать. В общем, один у нас будет такой, сейчас другой мы сделаем. Оп. Что ж такое? Засада. Бывает. Все сломал. Вроде все. Что ж такое? Все уничтожено. Вообще ничего не поломалось. Все, что было, нафиг.
делаем сначала. Мне кажется, что-то тут пошло не так. Видишь, какое-то там странное что-то случилось. Как бы это понимать? Текстура двигается. Текстура не двигается. Тут у нас, блин, дополнительный кусок меша получился. Я не знаю, что нам делать. Видишь? Не понимаю. Почему не убрать его? Ладно, скажу, сейчас это не делаем. Почему поставим хороший такой? Поставим хороший такой. Ага, внизу все-таки еще что-то не прихватилось. А, тут вообще кусок не выделил. Так, а значит, еще немножко. Два. Тут около. Слишком. Полтора. Да, еще пара точек осталось. Ну там даже не полтора, а 1,25. А, надо было убрать выделение. Лучше оно работает только на выделенных. Все. Наконец-то. Нет. Надежда. Все хорошо. Все, надо уже с этим заканчивать. Раскрыпать мусор по сцене. Так, вот он. Сейчас мы еще вот это вот сколько у нас. Так, у нас тут как такая же фигня получилась, она теперь получше. Немножко подзависли. Ужасно, но вообще, с этой программой не могу сладить. А я же тебе говорю, прям. Я надо слышать, прям. Я надо слышать, прям. Я не один. Ты что? Ты мне кажется, немножко замучили. Блин, ну это очень плохо. Ну вообще, ты хоть работаешь, что ли? Компания пишет. Она пишет, но... Мы же не сохранялись очень давно, тебе не кажется? Кажется. Ну, мне кажется, у нас есть автосейвы. По крайней мере, мы их включать помним. По-моему, да. Нет, пожалуйста, не делай это. Может быть... Ну ладно. А почему так вышло, что там случилось? Нет, место есть, значит, дело не есть. Просто она устала немножко. Ладно, без вариантов. Я, конечно, могу контролировать, там уже открывается. Ужас. Беда, такого еще не ожидать. Так, ну будем надеяться на что-нибудь лучше. Ну вот бэкапы у нас есть, это хорошо. Coca-Cola 12.55, 5 минут назад. Ну, это уже неплохо. Сигареты пропали, по-моему. Ну, не все, не все. Наверное. Я думаю, все это так не стало. Ну, текстуры больше, так. Ну, да. Да. Ну, тут у меня не было. Уже не видишь? Ну, так и вот я. Если нужно поработать. Много. Много. Не предлагает она. О, у вас там файлные данные не сохранился. Не хотите ему освоить? Да. Ха. Почти все хорошо, да? Угу. Что там? Давайте я за оптимизацию применим. Так.
Так. Оптимизация. Так. 1.25. Окей. Close. Так. Ну да. Все, теперь я скухожу. Поехали дальше. Ну, для разнообразия можем и вообще. Так, хорошо. Так, опять же делаем дубликат. Одну мы сейчас очень сильно скукожим. Сам тоже немножечко. А, как сложно выбирать. Нет. Нет, мне смешно. Понимаешь, курение убивает. Оно нам убивает цену уже второй раз. Нам что-то не делать. Блин. Знаем, что делать, да. Да. Все, короче, обойдемся там 13. Один тот скукожим, и все. Как там дальше, да? Угу. Или через А. Да, да? Ну, да, через А. Так. Selection. Ну, скажем, разом все быстрее и быстрее делается. Mm-hmm. Уже знаешь последовательности, что куда сохранить. Mm-hmm. Да, это так как я в авторе, там, по 10 раз это переделал. Да, ужас вообще, да? Уже, да, уже. Научилась, да? Mm-hmm. Так. Здесь, по-моему, то же самое не будет. Ну что, похоже на прям? Похоже. Я думаю, нам хватит, да? Угу.